Дорогие мои женщины, я нахожусь в магазине Target и хочу вам показать немного обуви, потому что сегодня на данный момент 10 долларов скидка купон, если вы потратите на 40 долларов. Я думаю, это неплохо. Ну и хочу вам показать зимнюю обувь, которая здесь новая появилась. Вот смотрите, такие ботинки. Это замш. А быстрее всего это кожа. Это замш точно. А это надо разобраться, кожа или нет. Похоже на кожу. Цена стоит 45 долларов. Мне кажется, что это все-таки не кожа, наверное. Наполовину, так скажем. Но внутри очень тепленькие. Смотрите, какие. Эти 40. И здесь такая обувка в зимнее время будет очень много. Почему серенькие? Потому что зима здесь очень холодная. Штат Северный, это штат Айова. Айова, как говорят здесь, мы по-нашему говорим Айова. И мне муж говорит, что надо утепляться. Эти очень мне понравились. Смотрите, какие. Очень хорошенькие. Прелесть, просто прелесть. Внутри все мягенькое. Давайте вам покажу внутри. Давайте я сейчас примерю. Посмотрим. Это шестерка. С половиной нет. Или шесть, или семь. Шестерка немного маленькая. Значит, семерка должна подойти. Да, мягенькие, удобные. А это семерка. Да. Намного лучше. Да. Одела и снимать не хочется. Очень удобно. Тепло чувствуется. Хорошенькие очень. Вы знаете, я бы взяла бы, не раздумывая, но серый цвет и черный цвет. Черный еще может быть, но у меня есть обувка с черным цветом и очень хорошая. Серый цвет абсолютно некуда применить. У меня ничего нет серого. Не знаю даже. Если бы такой цвет. У меня есть две куртки такого цвета, можно было бы. Но эти чересчур. Эти тоже очень удобные, очень практичные, но это чересчур. Это, знаете, если куда-то поехать, может быть, путешествие, да, потому что там приходится много ходить. А так, в принципе, на машине все время обувь не обязательно такая должна быть массивная. Ну и, конечно же, покажу мой сегодняшний выход. Я сегодня в черно-белом, у меня брюки, кофта белая, хэппи. И жилетка от Calvin Klein. Это я еще покупала в H&M в дилерсе. А кофта это здесь, в Чисипене, брюки с Кулса. И эти туфельки, давайте ближе посмотрим. Это я покупала... Часы Пенни, по-моему, да, тоже. Это у меня здесь остался пух от примерки. Ну вот и детская тоже обувь такая же самая. Цена 33 доллара. Такая, как и взрослая, так скажем. И такие сапожки, эти очень хорошенькие.
где 30 долларов. Сейчас хочу примерить эти сапожки. Давайте посмотрим. Очень много такой обувки, тоже очень удобная. Я как-то ее уже мерила, очень удобно. Она стоит 25 долларов. Да, если это домашнее, это только для моей Рози. Она любит это дело. Любит, особенно эти бубончики. Ей очень понравятся. Такие тапочки симпатичные. И такие. Детская обувь такая интересная. Наверное, новогодняя быстрее всего. Смотрите, какая прелесть. И они сейчас на уценке 5 долларов. Какая прелесть. Ну и разные кеды. Это сейчас очень модно. Носят все эти кеды все подряд. Сейчас померяю эти красненькие. 21 доллар. Они всякие разные, цветные, белые, черные. Очень удобная обувка. Да, очень удобная обувка, очень удобная. Очень. Это шестерка. На меня маленькие, надо семерку брать. Очень удобная.